Много тебе еще осталось убирать? Ну давай, еще немного и отдыхай. Честно сказать, я всегда скептически относилась к умной технике для уборки дома. Но кто еще справится с этим лучше, как не я сама? Но так было до знакомства с этим маленьким роботом. Он на несколько дней оказался у меня дома, и я хочу поделиться впечатлениями от его использования, а также разыграть это чудо-устройство. Но об этом немного позже. Доставая EcoVax D-Bot Mini из коробки, я сразу же влюбилась в его дизайн. Он похож на компактную летающую тарелку из будущего, которая при очередной остановке перед препятствием гляди так и взлетит, чтобы его преодолеть. Спинка робота обращает на себя внимание интересным мятно-зеленым цветом. Он разбавлен несколькими логотипами и единственной кнопкой управления с подсветкой. Спереди находятся датчики антистолкновения, которые позволяют EcoVax D-Bot увидеть. Дополнительно есть резиновый бампер, который 100% оставит мебель в ценности и сохранности. Для таких ситуаций с боков также есть небольшие зазоры для амортизации лобовой части. Сзади расположилась перфорация для выхода воздуха и датчик для приема сигналов от пульта. Чтобы девайс не упал с лестницы, снизу расположен специальный датчик антипадения. Передвигается робот с помощью трех колес, двух прорезиненных с амортизацией, чтобы преодолевать препятствия до 16 мм, и одного, вращающегося на 360 градусов. По сторонам от него есть две контактные площадки для парковки на док-станцию, а еще пазы для фиксации боковых щеток. В комплекте их 4, по 2 красного и зеленого цвета. Помимо них, в коробке можно найти док-станцию, пульт управления с батарейкой, сменный фильтр, пластину для дополнительного режима уборки и две сменные тряпочки, а также подробную инструкцию по эксплуатации с иллюстрациями и пояснениями. Оказалось, запустить робота на первое дежурство очень просто. Подключаем док-станцию к сети, крепим боковые щетки и включаем тумблер. Теперь осталось только дважды нажать на кнопку «Авто». EcoVax D-Bot Mini сразу запустится и начнет уборку в автоматическом режиме. В управлении роботом поможет пульт. Здесь все так же просто. Кнопка «Пауза» остановит его на месте. Теперь автоматическому уборщику можно задать любое направление. Это удобно, если нужно убрать определенную часть комнаты. Направляем помощника и жмем вот эту кнопку. В этом режиме EcoVax D-Bot начнет накидывать круги вокруг выбранного места, собирая весь мусор, в том числе волосы и шерсть животных. Таким же образом можно сделать и влажную уборку. Для этого нужно намочить комплектную тряпочку, прикрепить ее к пластине и после к основанию робота. Снова жмем на кнопку для продолжения уже влажной уборки. Также есть режим уборки периметра, при котором он движется вдоль стен, очищая зону плинтуса. Самая нижняя кнопка предназначена для программирования на уборку по расписанию. Если ее дважды нажать, например, в 9 часов утра в воскресенье, то робот издаст два звуковых сигнала и запомнит это время для ежедневной автоматической уборки. Пока вы будете на работе, он проснется и начнет выполнять свои обязанности по поддержанию чистоты. Для отключения этого режима нужно трижды нажать на кнопку, после чего услышим три звуковых сигнала. Все, время отменено и можно выбрать новый график. И, наконец, нажатие кнопки «Домой» отправит робота назад к док-станции для подзарядки. Для эффективной работы D-Bot лучше убрать с пола все возможные препятствия, провода от зарядки и прочие мелочи, которые могут запутаться в его щетках. Вращаясь, они буквально заметают пыль и прочий мусор под себя, где он подхватывается воздушным потоком. Далее все это попадает в специальный контейнер емкостью 300 мл. Он легко извлекается, чистится и моется. Также контейнер оснащен фильтром для очистки отработанного воздуха. Встроенной батареи хватает на час-полтора работы. Когда заряд на исходе, робот перестает активно вращать щетками и неспешно начинает возвращаться к док-станции на подзарядку. Так как в комплекте нет виртуальной стены, то есть ограничителя перемещения, D-Bot может начать уборку в одной комнате, не закончить ее и поехать в другую. Но позже он все же возвращается и продолжает начатое. Пока пылесос трудился у меня в квартире, я ни разу не застала его разрядившимся где-то посреди комнаты. Робот всегда возвращался на базу. Если заряд на исходе, а док-станция в другой комнате, этот малыш все равно вернется к ней. Иногда сразу, как будто по памяти, а бывает и спустя несколько минут поисков нужного поворота.
Эковак с DeeBot хорошо объезжает препятствия, забирается даже в самые труднодоступные места и легко убирает даже между ножек стульев. Главное, чтобы провода и прочая мелочь не мешала. Суперкомпактные габариты позволяют ему колесить и под кроватью, и под шкафами на ножках. Очень удобно. Чистится и моется легко. Весь процесс занимает буквально пару минут, а полностью заряжается не дольше 4 часов. Что можно сказать в итоге? Сначала это устройство воспринимается как симпатичная игрушка. Но как только заглянешь в пылесборник после нескольких заездов робота по квартире, сразу понимаешь, что он очень постарался, а не просто ездил туда-сюда. Конечно, такой робот не избавил меня от уборки полностью. Он именно помощник, который помогает поддерживать чистоту даже в отсутствии хозяина. С этой ролью модель от Эковак справилась отлично. В начале видео я обещала, что этот робот-пылесос достанется одному из вас. Узнать все условия конкурса можно на нашем блоге. Кликайте сюда и участвуйте. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на наш канал. Также узнайте, как фотографировать на бюджетный смартфон и смотрите, как криворукий повар готовит итальянскую пасту с сырным соусом. Пока!